Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Что? Цикады? Пригнись! Это что за уроды? Назад, говорю! Джоэл! Клади руку на плечо! Давай! Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт! Джоэл, ну-ка! Вставай, вставай! Скажи, что делать! Давай! Ну вставай ты! Джоэл! Ударилась. Ты чего? Я думала, ты щелкун. Ну да, ржачно получилось. Ты же меня не убьешь, правда? Мы с тобой не виделись уже даже не знаю сколько. 45 дней. Ну, по сути, 46. Интересно, где я была? Все это время я думала, что ты погибла. Да. Вот. Смотри. Не может быть. Ты все без соседки? Мне 3 года пришлось спать под лис, а ты знаешь, как от нее воняет. Ты цикада. Так и висит. Что? Куда ты пошла? Не хочу, чтобы меня застукали с цикадой. Расслабься. На этом этаже ни одного солдата. На, поздравляю. Эй! Без обид? Без обид? Я сбежала, и ты злишься. Но я могу тебе все объяснить. Только давай переберемся в другое место. Уже почти утро, и у меня начнутся учения, на которых нас учат убивать цикад. Хватит, надевай штаны и пошли. Я идиотка. Смелее. Мы с тобой хоть раз попадались? Блин. Ну хоть что-нибудь. Черт! О, сойдет. Так, давай-ка повернись. Господи. Временное средство сойдет. Я сбегаю, поищу, чем тебя подлатать. Мозоль! Стереги его!
Я скоро вернусь. Обещаю. Так, ладно, порядок. Ладно. И куда мне теперь? Аптека Уэстона. То, что нужно. Какого хрена? Таблетки сожрали, а пузырек оставили? Что тут? Ну хоть что-нибудь. Ничего. Что ж такое? Аптечка. Как мне туда попасть? Фармацевт. Может, у него есть ключ? Тридцать пять вправо, 30 влево, 31 вправо. Сработало. Черт, споры. Если собираетесь на меня напасть, лучше давайте сразу. Тьфу, дрянь. Эх, только не оживай, только не оживай. Пусто. Да где же? О, ключ. Так, блин, чтоб тебя, зараза. Так, ключ, аптека, погнали. Есть. Нет. О, армейский вертолет. В нем должно что-то быть. Держись, Джоэл. Быстрей. Сюда. Еще бы чуть-чуть. А ты быстрая. Это круто. Спасибо. Ну давай, побежали. Так, как ты их нашла? Цикад? Да. Помнишь того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню. Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Он зашел в переулок, и там на меня набросились цикады. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. Страшно было? Да жути. Я думала, уж теперь-то она меня точно пристрелит. А она только спросила, чё так долго? Она меня ждала. И она сразу приняла тебя в цикады? Ну, типа того.
Все, что было до этого, это, оказывается, проверка. Она испытывала мою преданность. А, идем. Хороший темп взяли. С кем ты теперь тусуешься? Не знаю. Да ни с кем. А как же Тина и остальные ребята? Как они там? Райли, они твои друзья. Но ты с ними общаешься? Ну, да. Тридцать дней, ага. Люди заражаются каждый день, просто они это умело скрывают. Ты видела других зараженных? На обряде посвящения в цикады меня заставили убить. Знаешь, давай лучше сменим тему. Черт, прячься! Прости, что-то я психованная. Тут скользко. Слушай, может мне податься в цикады? Элли, я об этом Марлин первым делом спросила. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Даже сказала, чтобы я к тебе не ходила. А ей-то что? Боится, что втяну тебя в неприятности. Ну-ну. Я и сама их хорошо нахожу. Да я в курсе. Эй, помнишь, как я тебя сюда привела? Зачем мы сюда залезли, Райли? У меня для тебя сюрприз. Какой? Динозавр? Может. За динозавра я тебе все прощу. Подожди, скоро увидишь. Не верится, что Уинстон умер. Уже знаешь? Да. Что с ним стряслось? Говорят, свалился с лошади. Инфаркт или типа того. Блин. Хотя многие ли сейчас умирают от старости? Я таких не знаю. Вот-вот. Посмотрим, что он оставил. Ты что? Что? Это Уинстон? Да он раньше был красавчик. Ух ты! Будешь? Давай. Ты смотри, это не пиво. Ага. Ни хрена себе! На, вот гадость! То-то. За Уинстона. Как дерет. Давай. А с принцессой что? Ну, я думаю, кто-то ее себе забрал. Бедная лошадка. Небось, не поймет, что случилось. Элли, помоги поднять. Ненавижу тут лазить. Всегда боюсь, что нас сейчас завалит. Ерунда. Я первая. Знаешь что? Давай поищем другой путь. Да. Хорошая мысль. Смотри, вот тут можно пролезть. Давай, поосторожней там. Не учи ученых.
Райли! Дура, второй раз за сегодня! И как мы раньше это место не нашли? Так, я нашла маску прямо для тебя. Райли! Идеальную. Посмотри. Это что, у тебя типа оборотень? Надень-ка. Тупость. Да, крутяк. Порычи. Элли, не тупи. Рыкни по-настоящему. Другое дело. Давай глянем, что тут еще есть. И что, люди это покупали? Не врубаюсь. Вау! Это было тупо. Ага. А, тройной феникс. Ну как? Миленько. Ну, спасибо, добрый голубь. Скелет-пророк. Задай ему вопрос, если осмелишься. Ладно. Мы сегодня умрем? Ничего. Что за фигня? Переверни, слышь, балда. О! Похоже, ужасно маловероятно. А, фу, слава богу. Я когда-нибудь сыграю в видеоигру? Твои шансы ничтожны. Пошел ты, череп. О, у меня мысль. Видишь машины внизу? Да. Красная твоя, моя синяя. Бросаем кирпичи. Побеждает тот, кто разобьет все окна в своей машине. Шутишь? У меня глаз алмаз. Ха, супер. Проигравший отвечает на вопрос. Без сарказма. Мы что, играем в чистосердечное признание? Хм, ладно, поехали. Как это делается? Последнее! Да! Я чемпионка! У моей стекла были толще. Ну да, можешь не оправдываться. Теперь вопросик. Уже страшно. Так, почему ты ушла, не предупредив меня? Я была в прострации. Слушай, я же никому не сказала. Прекрасно. Я что, тоже для тебя никто? Да? Нет, просто... Идем. Тебе надо это видеть. Тут рядом. Ты не ответила на вопрос. Что мы тут забыли?
Страшноватое место. Так вот, помнишь, мы думали, что свет есть только в нескольких районах? Ну? Иди за мной. Так, включаем. Электричество-то есть. Только они его вырубают. Надо просто обратно врубить. Спорим, не работает? Я же тебе говорила. Везде, что ли, свет зажегся? Пойдем проверим. Ты готова? Слушай, я понимаю, куда ты клонишь, и я очень рада, что ты жива. В смысле, я рада, что мы снова вместе, и... Прости меня. Я тебе тогда перед уходом наболтала ерунды. Райли, ты такая нюня. Ты сама начала! Да. Ну, готова? Готова. Нифига себе! Как же мне туда забраться? Спасибо, военные. И где тут генератор? На том конце кабеля. Да, Джоэл? Господи! Чёртова кошка! Черт, холодно! Твою же мать! Ты смерти моей хочешь? Вот и он. Я на месте. Никак. Бензина нет. Черт. Пусто. Где бы достать бензин? Отлично. Как это делается? Берем шланг и высасываем бензин, так? Пошло. Так. Ладно. Этого хватит. Ну-ка. Вот так. Там ток. Давай! Снова здорово. Вот зараза. Откуда они берутся?
Один прыжок, и мы в дамках. Мое. Никому не отдам. Ну, готово? Готово. Нифига себе! То-то. Эй, а солдаты не увидят, что мы тут свет зажгли? Не, снаружи огни не горят. Откуда ты знаешь? Цикада Мелани мне рассказала. Прикольная штука. Попробуем? Ладно. Да! Ты готова? Что мы делаем? Ух ты, ух ты! Райли, иди сюда! Не, это без меня. Вот это да, я балдею! Ух ты! Давай, поднимайся, садись рядом! Ладно, подожди. Нет, 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 ух нет, ты! Нет! Ну я же только села. Оживай! Отстой. Ну, а мне зато понравилось. О! Я придумала. Что это? Что треугольник сказал кругу? Что это? Катись отсюда! Сучка, это же книжка каламбуров! Что сделал людоед, когда опоздал на вечеринку? Попросил плечики! На, это тебе. Знаешь, пожалуй, ты все-таки снова мой лучший друг. Так, к слову. Я же тебя знаю. Так, к слову. Ладно, ты готова? Давай. Однажды два галстука зашли в бар и залили за воротник. По-моему, неплохо. Вот это класс. Нет ничего круче поутру, чем вареное яйцо. Смешно. Да, смешно. Мне нравится. Я читаю книжку про гравитацию, и от нее просто не оторваться. Клево. Да, прикольно. Не то чтобы он не умел жонглировать, просто не хотел сверкать шарами. Люблю язык жестов, а то руки так и чешутся. Дурацкая. Правда, дурацкая. Я забыл, как выращивать бактерии, но они сами выросли. Да. Да. Голодающие часы считают мгновение до обеда. Хм. О, да. Врубилась? Да. Считают... Мгновение. Мгновение. Ага. Мне рассказали анекдот про амнезию. Но я не помню, о чем он. Недурно. Ладно, хватит. Это я пока уберу. Шутки в сторону. Фотокиоск работает. Элли, давай попробуем. Элли, идем. Ты мою камеру разбила, а мне нужна новая фотка с тобой. И как это работает? Мне кажется, там все сказано. Ну, вроде. Давай я. Нет, знаешь что? Давай ты. Ну, поехали. Выберем друзей.
Как это мило. Я лягух. Тут персонажей не выбирают. Ты кролик. Оп, сыр. Ангелочки. А теперь страшно. Динозавр. Так, давай мерзкие рожи. Давай. Плющим рожу. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Пятачок. О, готово. Клёво. Эй, это мы. Глупо выглядим. Введите имя. Что писать? Да что хочешь. Ну, фамилию свою, например. Так, и... готово. Вот. О, он делится. Нет связи с интернетом. Это как понимать? Так, ну-ка давай нам фотки. Даже не верится, что получится. И мне. Заново. Ладно. О, да иди ты в жопу. Может, надо вдарить по нему? Ой. Ой-ой. Что это было? Мы ее сломали. Да, похоже на то. Ну? Пойдем дальше? Давай. Внимание! Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Все рекруты должны прибыть на место службы. Как она меня бесит! Она может нормально говорить? Вот правда! Я бы говорила так. Внимание! Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Так, давай я теперь. Все граждане обязаны постоянно иметь при себе удостоверение личности. Докладывайте местному администратору обо всех людях с симптомами болезни. Помните, бездействие смертельно опасно. Да, так было бы в 100 раз лучше. Эй, смотри! О, ничего себе! Я же говорила. Нет, неужели не работает? Не работает. А я думала, что сейчас поиграю. Так, давай. Как? Так, иди сюда. Закрой глаза. Давай. Ладно. Вот тебе управление. Это удар рукой, это ногой, а это блок. Ладно. Сначала тебе надо выбрать героя. Ты выбрала безжалостную, убийственно красивую воительницу по имени Angel Knives. Это я все должна представить? Глаза. Ну хорошо. Она стоит у храма тьмы, древнего таинственного здания, где проходят турниры бессмертных. Твой противник, черный клык, выходит из храма. Он супер накачанный белый чувак с тремя руками. Он хочет пустить тебе кровь. Он встает в стойку и врубается музыка. Готово?
Давай. Первый раунд. Старт. Начинается первый раунд. Черный клык бросается на тебя и проводит двойной удар. Прыгай! Вот так, он промахнулся. Ты позади него, скорее бей его в спину! Мощно врезала ему локтем, сняв 15% здоровья! Да! Он разворачивается и проводит прием «Черная лапа». Что делать? Зажми назад и блок. Когда он проводит комбо, ты выставляешь локти. Ты скользишь назад, но урона не получаешь. Последний блок выводит его из равновесия. Он может встать в любую секунду. Скорее делай вознесение. Круто. Он тебя схватил. Куда ты посходился? Удар рукой, блок, пинок. Это шквал клинков. Ставь блок. Так его. Давай спецприем. Вниз, вперед, удар рукой. Да, вломи ему. Тебе пришел. Добей его. Экран темнеет. Клинки Angel Knives начинают светиться. Она вонзает их в противника снова и снова, пока у того сердце не вылетает из груди. Затем ударом ноги с разворота она сносит ему башку. Из раны бьет кровавый фонтан. Всю сцену заливает кровью. О, класс! Это ультраубийство. Angel Knives торжествующе вздымает кулаки над головой. Ты победила. Я победила! Для первого раза неплохо. Ну как? Неплохо. Да кайф же! Ну типа того. Ты слышишь? Слушай, нам пора назад. Мне пора назад. У тебя времени полно. Райли, если я опять накосячу, меня оттуда попрут. А завтра тогда продолжим. Я не смогу. Ну, тогда в другой день. Ладно, а когда же? Мне приказано уходить. Откуда? Из Бостона. Меня переводят в отряд в другом городе. Я просила, чтобы меня оставили здесь. Но ты же знаешь, Марлин. Она спуску не дает, всех испытывает. Меня заберут завтра. Ясно. И все? А что я должна сказать? Не знаю, дай дружеский совет. Я серьезно. Зачем мы здесь? Хотела повидаться. Нет, зачем мы здесь? Не знаю. Не знаю. Хочешь совета? Уходи. Давай, попрощаемся и все. Пойду гляну, что за музыка. Райли! Райли! Твою мать! Ну куда она делась? Райли! Райли! Ты такое когда-нибудь видела? Больше не разговариваем? Не знаю, сама решай. Слушай, хватит на меня дуться. Это я должна дуться. За что? Я просто спросила совета. С каких пор тебе важно мое мнение?
Мы дружили. Мы были больше, чем друзья, а потом ты послала меня в жопу и смылась. Ты весь день. Тебя совесть мучает? Хочешь загладить вину? Я тебя прощаю. Я сейчас должна быть на другом конце города. Если меня, цикаду, тут схватят, мне конец. Не из-за мук совести я пробиралась через заставы, Элли. Да, я натворила такого, что теперь вроде как и не исправишь, но... Я пытаюсь. Кстати говоря, те водяные ружья, о которых ты мечтала, меня из-за них чуть не грохнули. Сюрприз. Ладно. Сначала я тебя уничтожу. Потом поговорим. Ох, я тебя замочу. Давай, попробуй, цикада. Что, страшно? Элли, идем! Подлюга! Так тебе! Ох, ты у меня попляшешь. Ага. Ну, блин! Бу! Я тебя замочила. Что? Да ты и не попала. До нитки. Ладно. Считай до пяти. Я спрячусь и начнем охоту. В кого первым попадут, тот проиграл. Ладно. Закрой глаза. Раз, два... Три, четыре, пять. Готово? Черт! Ну, давай так. Давай до двух побед. Поехали. Ладно. Старт. Раз, два, три... Четыре, пять. Тебе конец. О, надо же! И как это получилось? Вот ладно. Это мастерство. Отдавай мне свой жетон. Ух ты! Еще и издеваешься, сейчас я тебе покажу. Райли, я бы рада так весь день играть. Но тебе пора идти. Да, пора. Ну ладно, хорошо. Давай хоть провожу. Ну да. Сейчас я только рюкзак возьму. Эй, слушай. Я тогда злилась, но я серьезно. Уходи. Ты ведь так давно этого хотела. Это твоя мечта. Мне ли тебя держать? Кому, если не тебе? Нет, прошу, не уходи. Я без тебя не смогу. Переживу. И ты переживешь.
И мы с тобой еще увидимся. Оставь их себе. Мне-то они зачем? Ты все таскаешь этот плеер? А то. Покажи. На. И что там? Там твоя кассета. Да, тебе без меня будет тяжко. Заткнись. Брось все, пойдем. А куда? Увидишь. Вот оно. Ты что? Да ну, иди сюда. Залезай ко мне. Вот тупость. Эй! Ты чего? Эй! Что-то не так? Не уходи. За что? И что теперь? Разберемся. Но вряд ли Марлин согласится. Стой! Какого хрена? Майор. Спокойно. Что мы тут делаем? Кому нахер нужна эта девчонка со стариком? Чем быстрее их найдем, тем быстрее свалим. Надо тут все обыскать. Я ищу здесь. Зайди сзади. Держись. Я тебя спасу, Джоэл. Ребята хотят драки? Я им устрою драку. Я вернусь к Джоэлу, заштопаю его, а потом свалю отсюда нахрен. Они его убьют. Надо что-то делать. Срочно. Остался? Не лезьте ко мне! Я вас так же ухлопаю, усекли? Да? Да. Не умирай, Джоэл. Надо быть перед дверью.
успеваешь? Я прямо за тобой, не отвлекайся! Отойди! Ух ты! Все! Быстро! Давай наверх! Видишь леса? Выберемся по ним! Зараженные! И сзади тоже бегу сюда! Бегом, бегом, бегом! Они нас догоняют! Черт, сюда! Элли! Я в порядке, ты беги! Вон там окно открыто! Бежим! Почти выбрались! Залезай, я помогу! Дай мне руку! Подохла вроде. Элли. Элли, рука. Нет. Нет, нет, нет. Не бойся. Я это уже делала. Я в этом мастер. Типа. Так, спокойно. Тихо. Ты тут еще не все раздолбала. Что теперь делать? По-моему, вариантов два. Первый — покончить со всем этим. Быстро, без боли. Мне этот вариант не особо. Второй? Бороться? Ради чего? Мы станем такими же, как эти твари. Есть 100 причин, по которым мы могли не дожить до сегодня. И еще 100, по которым мы можем не дожить до завтра. Но мы боремся. За каждую секунду, что можем провести вместе. Пусть всего 2 минуты. Или 2 дня. Они бесценны. Я считаю. Давай подождем. Лучше уж будем терять остатки разума за компанию. Третий вариант. Прости.
Давай. Пойдем отсюда.